несмотря на то, что иранские генералы заявляют, что на территории Азербайджана есть террористы-такфиристы. А также военные базы сионистского режима, реальные причины поведения Тегерана в другом, а именно в Зангезурском коридоре. О том, чем Зангезурский коридор мешает Исламской Республике, рассказал Зеркала АС военный эксперт Александр Перинджиев. Об обострении в отношениях Ирана и Азербайджана говорят все. Иран в первую очередь волнует Зангезурский коридор. В заявлении официального Баку и главы МИД России нет даже намека на то, что данный коридор закроет путь Ирана в Армению. Насколько обоснованы эти страхи Ирана? Негативное отношение со стороны официального Тегерана к ситуации, связанной с восстановлением суверенитета и целостности Азербайджана, и последовавшей за ней установлением на освобожденной территории контроля со стороны официального Баку за транспортными и другими экономическими потоками, наглядно показывает, что Иран был выгодоприобретателем от довоенной системы экономических отношений. Данная система была связана с наличием в Нагорном Карабахе и семи районах вокруг него, в основном теневых экономических отношений. Подписанные трехсторонние договоренности 10 января 2021 года между Россией, Азербайджаном и Арменией по поводу развития транспортных коммуникаций по факту затронули экономические интересы теневиков в Иране и все той же Армении. Полагаю, что возникшие конфликтные отношения могут и должны быть урегулированы в ходе переговоров. Безусловно, в сфере белой экономики. К сожалению, пока не только не образована переговорная площадка, но не идет даже речи о ее создании. Почему-то общественное мнение склоняется больше к неизбежности Ирана-Азербайджанской войны. Уверен, что ее не будет, несмотря на такое серьезное обострение отношений между официальными Баку и Тегераном. Лично у меня есть подозрение, что данное обострение есть выполнение скрытого заказа армянских реваншистов, которые имеют в Иране сильное политическое лобби. Уверен, что данный заказ выполнен не будет. Глава МИД России в своем заявлении открыто заявил, что формат 3+3 является наиболее приемлемым для развития региона. Чем Иран не устраивает данный формат? Формат 3+3 по сути нивелирует особость положения Ирана в регионе. Одновременно такой формат устанавливает новые правила игры, прежде всего в политической и экономической сферах. Кроме этого, формирование и развитие российско-азербайджано-иранского макрорегионального проекта «Транспортный коридор Север-Юг», старт которому был дан на трехсторонней встрече в Баку 8 августа 2016 года, как раз и предусматривает развитие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Однако современная картина выглядит пока так, что данный проект кому-то наступил на горло. Так как он предусматривает прозрачные действия и контроль со стороны официальных как государственных, так и наднациональных макрорегиональных структур. Иран в формате 3+3 – государство с самым закрытым режимом. Поэтому официальный Тегеран и оказался самым проблемным звеном в данном формате. Уверен, что со стороны России уже ведется усиленная дипломатическая работа не только по предотвращению Азербайджана-иранского конфликта, но и для дальнейшего развития формата 3+3 и проекта «Транспортный коридор Север-Юг». Может ли привести такое дерзкое поведение Ирана к жесткой реакции России? Жесткой реакции со стороны официальной Москвы не будет. Будет мягкая. Точнее, она уже началась и находится в процессе. Полагаю, что необходимо в настоящее время формировать трехсторонний диалог между Россией, Азербайджаном и Ираном в целях не только предотвращения конфликтов, но и дальнейшей реализации совместных проектов. Именно это и будет способствовать уходу антиазербайджанской агрессивной риторики из уст представителей официального Тегерана. Полагаю, что свое слово в данном вопросе еще скажет Китай, который также рассматривает проект «Транспортный коридор Север-Юг» и развитие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе как часть своего глобального проекта «Один пояс, один путь». В любом случае, возможна Ирано-азербайджанская война. Это вода на мельницу Запада и серьезный удар по экономическим интересам не только России, но и ее могучего экономического союзника – КНР.